И всем привет, с вами я. Ну, Рыжий, не знаю, короче, вы находитесь на канале Котенок Рыжий. И сегодня мы вместе с вами будем работать дежурным по переезду. Сегодня у нас долгое дежурство. Мне сказали, что дофига будет. Сегодня вот это не надо будет пользоваться, потому что тут только 5, ребята, или 4. 4, да, поезда вроде, и все. А сегодня будет даже достаточно. В общем, ребята, залепите это видео лайками. Поставьте лайк, ну, я вам это уже говорил. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, потому что ролики теперь будут выходить 3 ролика в день. Да, я все-таки решил, думаю, ну ладно, буду снимать 3 все-таки. Прям не могу, прям ролики хочется снимать, даже 5-10. В общем, все, ребята, не забудьте подписаться еще раз на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, потому что ролики выходят, как мы знаем, каждый день. Ну что ж, сегодня у нас долгое дежурство. А вы думаете, а как ты будешь, типа, сообщать, когда поезд будет ехать, а мне будет говорить, ну, по рации, там, короче, вы все поняли? Поняли? Так, курочки тут гуляют. Я ненавижу этот дождь, честно. Слушай, ребят, я решил вырубить этот дождь, я могу его вырубить, так что это... О, смотрите, там какой житель. В принципе, давайте же зайдем в нашу будочку. Зайдем, мы тут уже работаем, наверное, как 3 серии уже. Прикольно, мне нравится, в принципе, она. А как вам она, то напишите в комментариях. Так, ладно, давайте пока откроем наш переездик. Типа, если вы будете писать какой-то комментарий, там, ой, круто, там, ну, например. И там вот напишите, типа, оценка вам, типа, от 1 до 10, вот это вот все. В принципе, ждем. Поезд. В общем, будем ждать, я к вам вернусь, когда будет подъезжать поезд. Так, тихо говорят, что это закрывай переезд быстрее, сейчас поезд будет подъезжать. Ага, все, давайте, хорошо. Так, все, ребята, закрыли мы переезд. Но я думаю, вообще реально выходить, если вот тут бы сделали побольше, вот саму вот эту будку, ну, типа вот эти вот, где я стою, было бы классно, было бы удобнее. Так, она там хоть едет, так. Так, надо посмотреть, едет ли он. Ну, где он там? Что-то он, ребята, он опаздывает. Он реально опаздывает, его нету. Вот, едет! Все, проезжает вот такой у нас поезд. Давайте, ребят, посчитайте, сколько здесь, вот, смотрите, вот. Я-то, ребята, знаю, сколько там вагонов, я посчитал. Фух. Вон, сворачивается, он сворачивается, сейчас должен остановиться, да? Все, остановился он. Теперь можно... Он едет до сих пор, но главное, что... Это. Ладно, давайте сейчас зайдемся. У нас такое нормальное дежурство. Так что, ребята, вот такой. У нас сегодня ролик, наверное, 14 минут будет идти. Это не точно. В общем, ждем следующего поезда. Так, ну что ж, ребята, я. Вот мне что-то уже говорят. Так. Алло, здравствуйте. Так, что я должен подъезжать поезд? Да, должен сейчас подъезжать поезд на первом пути возле твоей будки. Ага, все, давайте, я закрываю переезд. Все, ребята, можно закрывать переезд. Тут поезд там стоит, нужно проверить. Я бы как бы дежурный, я должен проверять. Давайте посмотрим. Да, вот едет, смотри. Вот он, ой, стоит тут, в смысле. Стоит. Ладно, что, будем, ребята, ждать поезд. Будем ждать поезд. Так, ребята, я сейчас жду вообще поезда. Его все нет и нет, уже прошло около 5 минут, он, походу, опаздывает. Надо подойти посмотреть. Блин, я вот тут почему-то в этом Майнкрафте бегать могу. Вот я вот так вот делаю, она не разгоняется. Так что мне придется только ходить. Так что, ребята, это я тут не виноват. Либо это из-за монтов, либо что. Если так выживание будет, потому что выживание скоро будет, выйдет, то я не знаю, как там будет. Просто не знаю. Свинья! Уйди! Уйди! Как это сейчас было просто эпично! Че, давай его проезжай. Все, ребята, проезжает поездик. Все, можно
такая вот. Еще раз давайте считать, вот когда он приезжал, давайте, вы посчитали, сколько вообще у него вагонов? Давайте пишите в комментариях. Ну, или просто свои мысли говорите, ну, типа, в мыслях. Сейчас он остановится. И, ребята, поезд приехал. Все, идем давайте обратно. В принципе, хорошая работа. Так, все, можно открывать переезд. Это уже, кстати, ребят, посчитайте, сколько поездов сегодня у нас было. Я думаю, вы уже посчитали, сколько уже проехало. Если не считали, то, ребята, пролистите назад ролика и посмотрите. И, ну, посчитайте заново. Ну, в смысле, вот, едет поезд, посчитайте один, потом там второй, третий, там, короче, вот так вот. Ладно, ждем следующего поезда. В общем, ребята, я пропустил поезд. Мне только что начали говорить, и мне поздно сообщили. Все, ребята, поезд, он с, вот на этих... Я, ребята, просто пропустил поезд. Ребята, это не третий поезд. Я, кажется, спалил. Все. Ну, ладно. В принципе, дал подсказку, сколько поездов сегодня у нас проехал. Да, это вот этот поезд. Не успел я среагировать, но, ребята, не осуждайте меня, я не успел среагировать. Что это такое? Что так потемнело? Потемнело так. Ладно, ждем давайте дальше поезд. Поезда, в смысле. Следующий поезд, тихо говорят. А, это, следующий поезд поедет через 15 минут. Ага, все хорошо. Все, ребят, через 15 минут с вами встретимся. В общем, ребята, сейчас прошло уже 15 минут. Все, должен подъезжать. О, мне даже так говорят. Подъезжает поезд, внимание, подъезжает поезд. Закрывайте дежурные переезды. Ну, только не, не дежурные, а дежурные. Я только один тут работаю. Ну, в смысле, вот здесь именно. Овца. Овца, уйди! Не-не-не-не, овца, уйди, тупая, господи! Да кто сюда их шлет? Пошли. Вон отсюда. Господи, как вы меня достали, эти люди. Ребятка, вот они меня прям бесят. Просто они все время сюда своих животных найди, иди крыль. О. А, продолжаем. Иди, иди крыльцу, моя колеса. И все, потом, потом они удивляются. А почему не приходит их корова, например? Ну, или там овца, свинья. А потому что их поезд сбил. Что? Ай-яй-яй, я тут вообще ни при чем. Это вы виноваты сами сюда своих. Все, ребята, он приехал. Все, можно открывать переезд. И я, ребята, даже сбился счету какой-то поезд. Сбился реально. Все, открыли переезд. Ой. Не знаю, сколько сегодня, может, 5-6 пройдет поездов. В общем, ждем следующего поезда. В общем, ребята, я не успел включить камеру, как здесь произошло вот это вот. Машины все приехали, вот тут пазик и Жигули приехал, потому что, ребят, поезд просто остановился. Он кого-то, ребята, ждет. Он ждет, пока проедет какой-то другой поезд. Это, скорее всего, вот тот. Он просто встал вот так вот на переезде и стоит. Все, ребят, я тут ни при чем. Просто взял, встал. Но ролик, ребята, не заканчивается, так что не... Ай, кстати, давайте проверим, что там у него внутри. Давайте, то где тут у него дверка-то? Обходить придется. Ладно. Ладно. Так, где тут вход у него? А вон, вон, вон. Так, ладно. Давай. Давай. Так. Ой. Нифига себе тут. Ну, тут круто, да? Вы посмотрите, какие тут... Тут сколько людей может вместиться. Ладно, давайте выходить. Давай. Машины? Ну, простите, я тут ни при чем. Кстати, заметьте, в пазике нету, ребята, пассажиров. Ой, каких пассажиров? Ну, вот этих людей. Скорее всего, ребята, он только выехал и забирает людей. Ну, это, в принципе... Кстати, ребята, я, возможно, если вы хотите, буду работать на пазике. Я могу прям на нем поработать, заплачу там кому-нибудь. Я не буду говорить кому. И, в принципе, все. Ладно, ждем поезда. Ну, вон того, который выйдет. В общем, ребят, экстренное включение. Как вы можете заметить, там только что уехал поезд. И этот поезд вроде как заводится. Давайте зайдем в него. Поедет ли он вообще? Так, зашли. В принципе... А, вылезаем! Господи! У меня сердце в пятки ушло. Он уехал.
резко, просто не... Он прям резко уехал, я обосрался. Извиняюсь за выражение, просто реально я испугался. Увидел, как он газует. Ну ладно, открываем. Все, машин, давайте и уезжайте отсюда. Ну, недостаточно, ребята, так быстро уехали. Все, газанули и уехали к чертям собачьим. Ну, я бы точно так же сделал. Ладно, ребята, давайте ждать дальше поезд. У нас, я не знаю, сколько, конечно, еще поездов, но... Ребят, вы думаете, а кто мне сообщает? Ну, я, ребят, за кадром, когда я нажимаю стоп, мне говорят там. Так что, ребята, я не хочу, чтобы слышали, как говорят. Ну, для вас же интереснее, когда он, ну, когда он будет подъезжать, типа. В смысле, когда он проедет. Не знаю, как вам объяснить, но, короче, ждем поезда. Фу, еле-еле выговорил. Так, все, ребята, должен подъезжать поезд. Мне вот только что сказали, прям, да, блин. Все, должен подъезжать поезд. Я вот здесь всегда закрываю, на всякий случай, как говорится. Так, все, ждем поезд. Хрюшка, уйди, вот там сейчас по вот этому пути поедет поезд. Если он забьет, я не виноват. Так, он там едет, я все время... Я... Где он? Алло? Паровозик, дыр-дыр-дыр, ты где? Ну, как его еще? О! Быстро-быстро подходим. Проезжай. Все отлично, все хорошо. Вот, ребята, я же говорил, сегодня обычный ролик. Сегодня просто не проезжают спокойно и никакой аварии. Все, он сейчас будет поворачивать. Давайте пока... Опять? Вы что, идете? Солнце просто исчезло. Так, все, после завтра все, он сейчас становится. А, господи, как дождь меня это достал уже. Ой, тихо, что-то говорят. Алло, здравствуйте. Здравствуй. Короче, у нас поезда сейчас два, еще последних вроде как остановились, потому что дождь там у них, короче, знаешь что, когда же дождь шел вначале у тебя, вот там, короче, капец, там так конкретно просто мокро, потому что там, прикинь, там новости, то что поезд слетел из-за этого с рельса, вот из-за этого они остановились. Да, реально, вот так вот они из-за этого остановились? Еще мне просто тут сидеть и ждать их? Ну нет, можешь просто посидеть. А, ну хорошо, я тут посижу. В общем, ребята, вы сейчас все слышали. Я, наверное, даже... Кстати, ребята, вы посчитали, сколько поездов? Короче, вы, думаю, поняли. Ждем. Ах, а чего нам ждать? Погнали, ребята! Давайте в поезд. Вы вот... Господи. Залезаем в поездик. А! Фу, давайте, наверное, вот так, сейчас нужно присесть, давайте, раз, два, о, все, ребята, присели мы, так, все, просто давайте тут посидим, в принципе, после, думаю, это тоже остановится, потому что, ну, мокро будет, да, я не ног, смотрите, там те машины, которые, они, походу, там стоят, наверное, ДТП у них случилось там, не знаю, если бы случилось ДТП, они бы меня позвали, наверное, хотя вряд ли. В общем, ребят, давайте просто вот так и закончим ролик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас сегодня было вот такое долгое дежурство. Сегодня мы прям... И напишите в комментариях, как вам вот эта будка и сколько поездов у нас сегодня было. Напишите в комментариях. Ну, или просто в своих мыслях не пишите. Может, можете писать, можете не писать. Но это вам решать. Ну что ж, ребята, всем пока-пока. В принципе, вот так. Давайте пока что просто в тишине. Всем пока, ребята. Не забудьте подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик, потому что ролики выходят каждый день, и чтобы их не пропускать. Всем пока.